Если в летнем сезоне 2015 года в парках России посетители привлекали на аттракционы низкой стоимостью билета и дальнейшим его удорожанием с помощью навязывания какого-то количества дополнительных опций, а порой ставя посетителей просто перед фактом, когда он по своему незнанию согласился услугой воспользоваться, то в сезоне 2016 года владельцы аттракционов пошли дальше и уже интуитивно или вполне осознанно переключились на настоящий бизнес-тренд нашего времени, который несет в себе древнейшую установку, оказавшую влияние на все человечество, и без которой наше общество в том виде, в котором мы сейчас его наблюдаем, и вовсе не существовало. Я говорю, конечно же, о правиле могущественного влияния на людей, правиле взаимообмена, которое как раз и эксплуатируют наши коллеги. Когда перед продажей основной своей услуги или товара посетителю дается что-то и вовсе бесплатно, и которое включает обратный процесс, когда человек чувствует себя обязанным, в нашем случае подписывается под посещение аттракциона. Ночные клубы и рестораны, например, используют это правило, давая своим посетителям бесплатные напитки, бесплатный вход, ну или некоторые позиции по меню, тоже бесплатно. Кстати, бесплатно – это волшебное слово, и оно несет в себе дополнительную ценность, действуя как определенный призыв к действию, ну или как минимум обращает на себя внимание. Например, вы можете давать скидку на посещение другого вашего или партнерского аттракциона, делать бесплатное фото, дарить какой-то памятный подарок, ну или просто безделушку, а затем уже предлагать посещение аттракциона. В общем, вариантов масса. Главное, не делайте ваши подарки дешевыми и дарите их от души. Отдача будет соответствующей. Sky Production регулярно мониторит и анализирует ситуацию в индустрии парковых развлечений и всегда предложит вам подборку стоящих решений по организации работы и продвижению ваших развлекательных объектов. Звоните 7-499-398-1443, посещайте наш сайт skyproduction.ru, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Всего хорошего!